Здравствуйте, дорогие друзья! Это ивенты, тренировочный лагерь Башни Дерзости. 26 октября проведение ивента. Дважды в день можно попасть в тренировочный лагерь Башни Дерзости в 12:30 и в 20:30. В рейд ивента можно войти при помощи иконки рейда рядом с картой. Вы можете войти, нажав на иконку ивентового рейда, которая появляется в определенное время. Выбирай уровни 30, 50, 55 или 60. Рейд состоит из 5 этапов при уничтожении монстров, появляющихся в рейде, с определенной вероятностью выпадают указанные предметы с рыцарей и босса. Наставник рыцарей Кирка. Большое зелье исцеления. Сияющая антикварная вещь. Фрагменты воды, ветра, тьмы, земли, огня. Свиток битвы, пробуждение, легкости. Новобранец рыцарей Кирка. Заряд души. Кристалл, улучшенный кристалл. Кирк, финальный босс. Эликсир наследника, пир и святая вода. Фрагменты рецепта создания редкого оружия, доспехов, украшения, оружия гигантов. Те, кто внесут свой вклад в уничтожение финального босса Кирка, с вероятностью в 100% получат сундук с Орден Славы, знак поручения, знак Биоры, благословенный свиток телепорта, реликвия энергии, зелье развития 10%, камень жизни и духа, усиливающий камень магии, благословенный камень жизни, духа, благословенный усиливающий камень магии, эффект башни дерзости, энергии и развития. До 19 октября, в период проведения ивента, применяются положительные эффекты, которые увеличивают пополнение энергии Энхасад на 100%, а также, которые увеличивают получение опыта на 20%. Альянс Грации. Пополнение энергии Энхасад плюс 100% и Альянс Развития получение опыта плюс 20%. Подарки из Башни Дерзости. До 26 октября во время ивента каждый день в 9 часов по почте будут отправляться подарки из Башни Дерзости. Награды будут выдаваться только в течение 3 часов, поэтому обязательно заберите их из почты вовремя. Энергия Энхасад 1000 единиц. Сундук с провизией наследника в количестве 2 штук. Заряд души 500 штук. Считаю, что ивент с X2 кубками и увеличение 20% опыта, ты не должен пропустить этот ивент. На этом все. Вот как всегда график ивентов. С вами был Розе. Всем до новых встреч.